Привет, друзья! Я сегодня с вами еще и не поздоровалась, а уже кучу дел наворотила. Вот этот рядочек бархатцев высадила. Но, как обычно, вышло солнышко, они немножко прилегли, хотя их старалась колом земли. Ну, ничего страшного, я думаю, подымутся. Вчерашние тоже лежали, видите, вон как стоят. Как солдатики просто. И вот здесь, под туйкой бархатцы, только уже будут другого цвета. Сейчас не помню, где какой цвет, но там будут одного цвета, здесь другого. Посмотрите на эту чудо-розочку. Если вы узнали, как она пахнет, просто обалдеть. Когда не сильно жарко, она подольше подцветет. А так она быстро как-то отцветает. Кстати, эти розы были такого более розового цвета, бледного. Не знаю, почему они потемнели. И потемнели все как одна, все кусты. Вот тот кустик, который вот здесь у меня сидит, бедный. Надо это с этим ожерельем можно делать, он сейчас сюда упадет. И те кустики тоже. Все стали более другого цвета. Более темного. Ой, там у меня заросли. Боже, боже. Вот, смотрите, мой палисадник. Здесь эквилегию обрезала уже. Высадила сюда два бальзамина своих больших. Сейчас сюда вот еще бархатцев подсажу, где место свободное. Бегонию вон комнатную высадила на улицу. Пусть сидит. Еще одна у меня там есть. Надо тоже высадить. У меня дома есть большущая, которую я всегда могу отсадить. Мне очень нравятся ее листики. Цветки не очень. Так, катарандус вон высадила туда. Видите, красавчик. Там бальзаминчик вон оранжевый. И одну пеларгонию белую. Видите, какая красавица. И вот можжевельника кусочек отсадила сюда. Там еще есть у меня прирощенные несколько. Хочу туда за гараж, когда там буду оккультуривать, когда руки дойдут. Вот, то есть на этом вот кусочке у меня уже красота и порядочек. Здесь гвоздичка вот цветет. Вот. Так, что у меня здесь? Здесь у меня было все более-менее, но видите, как от соседей сеется трава. Видите, вот, не зелье, не лебеда, а все травище. Уже надо полоть опять. И срочно к тому же. И, кстати, нужно обрезать цветы у сирени обязательно, чтобы она лучше и красивее цвела в следующем году. Вот. Здесь надо еще прополоть и навести тоже порядочек. И бархатцы сюда высадить, где есть свободные места. Крестянка зацвела, видите, какая красивая, высокая, розовая. Так, друзья, короче, работы, работы и работы. Работы никак не уменьшаются. Вот, друзья, как раз пока отключили свет, приурочила разморозку морозильной камеры. Холодильник у меня саморазмораживающийся. Поставила туда вон горячей воды уже третий раз. И параллельно с огородом тут все делается. Размораживается морозильная камера у меня. Ой, все, друзья, наконец-то убрала я всю рассаду из своей теплицы. Все свои георгины. Надо сейчас земли туда подосыпать. Сейчас пропалываю, подсыплю земли. И вот что я увидела, девочки, посмотрите, это, по-моему, дебарао черный. Вот уже созревает. Красавец. А здесь вот за цветами у меня сидело два низкорослых помидора, естественно, не знаю каких. И они тут бедные, посмотрите, что с ними тут лесом. Сейчас, наверное, пару веток оставлю, подвяжу, остальные удалю. Бо им тут не вынести столько. А вот этот вообще, помидоры крупные, посмотрите. Помидор выперла вверх, я ему уже прищипнула верхушки. Пусть хоть эти вырастут и созреют. Ой, это кошмар какой-то. Вон там огурчики, видите, на подходе. А там в начале, где был, я сорвала сегодня себе на ужин. Ой, положила, помыла и положила в холодильник. Так что здесь пропалываю, буду землю добавлять. Помидорка, ура! Скоро будем пробовать. Вроде же была сегодня в теплице и ничего не заметила. Посмотрите, самый первый помидор тоже уже зреет, который завязался самым первым. Бедный, в воде страдает. Красавчик. Ой, скоро нас ждет дегустация новых помидорок. Красота. Ой, друзья, смотрите, ветка тяжелая. Я перец сам подвязала ствол. А веточка сбоку, видите, обломалась. Так что сегодня у меня на ужин еще будет и перец. Это перец капия турецкий.
Сейчас попробуем. Зеленый, неспелый, сочный и очень вкусный, я вам скажу. Супер. Вот, друзья, ирис весь выкопала, поделила, разделила и сюда высадила все георгины. Не знаю, поднимутся ли они только. Ну, если не поднимутся, то, я думаю, пустят новые какие-нибудь боковые или что-то в этом роде. Ну, будем наблюдать, что будет происходить. А ирисы вот сюда, смотрите, вот целый рядочек получился. Ирисы здесь рано ничего не растет особо. Так что здесь будет красота. Ну, здесь вроде все хорошо. Все пережили здесь. И солнце сегодняшнее. Все на свете. Вроде бы нормально. Ну, солнце такое было не сильно агрессивное, но было. Так что здесь все хорошо. На сегодня все, друзья. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!